Нужен кинолог для проверки дороги и окружающей территории. Ливи! Вперед! Не понимаю, зачем оно тебе надо. Я знаю, что не понимаешь. Ты ведь даже не умеешь ладить с людьми. Чтоб ты знала, убегая, ты ничего не решишь. Трубку положила! Кофту заправить! Что-то есть! Молодец. Я уже год за этим псом наблюдаю. Агрессивнее собаки еще не видела. Не надоело ему отдыхать? Он заслужил. Будешь кинологом. Все ясно? Чего молчим? Да, так точно. Напугать меня решил? Лежать. Рекс, лежать. Вижу автомобиль. Приготовиться. Основано на реальных событиях. А ты почему здесь? Захотелось бежать. Завтра на задание. А мы с тобой не готовы. Чисто! Ливи, проверить машину! Рядом. Где мой пес? Приведите его. Нет, нет, нет. Смотрите в июне. На кой ты в мой дом вернулась? Тоже мне герой войны. Отвали, мам! Всю жизнь себе портишь из-за какой-то псины. Псина спасла мне жизнь. Главная задача морпеха. Просто смените гриф секретности, чтобы я могла взять его к себе. Он не твой питомец, он солдат. Вернуть героя домой. Сенатор, уделите мне пару секунд. Его зовут Рекс. Он спас тысячи жизней в Ираке. Простите, как вас зовут? Капрал Меган Ливи. Главное, не сдавайся. Бороться ты умеешь. Ты же морпех. Меган Ливи. Что бы вы сказали Рексу, будь он здесь? Спасибо за то, что научил меня любить.